Всем привет, с вами Елена Смирнова, и я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня новый проект, который находится на предстарте, ОН Клуб, что в переводе Королевский Клуб. Значит, вход сюда 500 рублей. Это понятно, 500 рублей вход. Значит, старт проекта будет 24 декабря в 18:00 по Москве. Регистрация здесь очень простая. Вводите фамилию, имя, email адрес, логин, payer кошелек прописываете, два раза пароль и нажимаете зарегистрироваться. Ну, здесь еще ничего нет. Значит, давайте перейдем в маркетинг. Посмотрим маркетинг. Значит, сумма входа составляет 500 рублей, из которых 100 рублей распределяется среди трех вышестоящих спонсоров. 40, 30 и 30 рублей соответственно. Так, оставшиеся 400 рублей уходят на активацию первого стола. После закрытия первого трехместного стола вы получаете выплату в размере 200 рублей. 600 рублей уходит на второй стол. После закрытия второго трехместного стола вы получаете выплату в размере 400 рублей. 800 рублей уходит на третий стол. После закрытия третьего трехместного стола вы получаете выплату в размере 600 рублей. 1000 рублей уходит на четвертый стол. Четвертый стол является семиместным. С первых трех ячеек в нижней четверке образуются автореинвесты, которые уходят в первый стол. Тем самым мы продвигаем очередь. С крайнего закрытого места вы получаете выплату в размере 500 рублей. 200 рублей уходят на пятый стол. Пятый заключительный стол также является семиместным. С четырех нижних ячеек вы поэтапно получаете по 2000 рублей. Итого с одного круга ваш суммарный доход составит 9700 рублей. Без учета реферальной программы. Это если мы все столы пройдем. Такая вот итоговая сумма. Не забывайте, что каждый автореинвест является вашим полноценным аккаунтом, который также будет приносить вам прибыль. И что самое главное, да, вопросы и ответы посмотрим. Значит, смотрите, могу ли я зарабатывать, не активировав место в структуре? Значит, смотрите, да, можете. Вы так, в проекте предусмотрена трехуровневая реферальная программа. Значит, вы можете зарегистрироваться, не проплатив, ну, без проплаты, не вкладывая 500 рублей, но вы будете приглашать партнеров, вы будете получать партнерское вознаграждение и тем самым зарабатывать как бы без вложений. Это понятно, так? Какая минимальная сумма для вывода? 30 рублей минимум на вывод. Нужно ли приглашать новых участников? Не обязательно. Вы можете рассчитывать на переливы от вышестоящих спонсоров и от администрации проекта. Так, какая платежная система? Платежная система Payeer. И что такое автореинвесты? Это места в структуре, которые создаются с целью продвижения участников по столам. А также автореинвесты являются полноценными аккаунтами, которые получают прибыль согласно маркетинг-плану. Вот такой вот проект. Значит, реферальная ссылочка находится во вкладочке «Партнеры». Вот ваша партнерская ссылочка здесь будет. Так, здесь, значит, финансы. Пополнение счета будет доступно 21 декабря. Здесь программы, ну, здесь еще все пусто. Значит, старт состоится, как я сказала, 24.12.18 года 18:00 по московскому времени. Далее здесь контакты. Есть группа ВКонтакте и можно электронная почта. Значит, вот у группы ВКонтакте есть.
нажмете, попадете в группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе новостей. Вот такой вот проект. Кому интересно, пожалуйста, добро пожаловать. Но неинтересно, проходим мимо. Все-таки Новый год на носу и хочется подзаработать. Продолжение, естественно, следует. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.